Название поселка Ленинский официально сменилось на Атамикен. Постановление об этом вступило в силу 21 января. Свое теперь уже прежнее название поселок носил с 1965 года. Переименовать пригород Павлодара предложила местная общественность в апреле прошлого года. По результатам открытого голосования большинство местных жителей поддержало изменение названия поселка Ленинский на Атамикен. Протокол решения опубликован в СМИ. Совместным решением акимата города Павлодара и Павлодарского городского маслихата принято постановление. В результате рассмотрения данных материалов областной ономастической комиссии с учетом мнение членов местного сообщества принято решение о переименовании населенного пункта в Атамикен. Отмечается, что было предложено 20 разных вариантов названия поселка. В итоге на последнем общественном собрании выбирали между Атамикен и Казангаби. Большинство проголосовало за первый вариант. К слову, в настоящее время в населенном пункте проживает более 10 тысяч человек. Дарья Жумабекова, Жылдыз Кабылденова, Алексей Мехедов, Ертыс Ахпарат.